Друзья, это уже, наверное, третья часть видео, которую я рассказываю, как настроить вашу камеру GoPro, неважно, восьмерка, девятка это или десятка. Это работает для всех одинаково и, в принципе, просто. Я расскажу вам в этом видео, как в дневное время, какие применить настройки, и в ночное время суток. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Настройки производятся очень просто, можно через саму GoPro, но они будут не такие гибкие, как мы сделаем через само приложение. Естественно, вам нужно приложение GoPro Quick, либо же просто Quick. Она доступна как в App Store, так и в Play Market. Берете, скачиваете, делаете синхронизацию и подключаетесь. Как это сделать, сейчас я вам покажу. Итак, друзья, берем нашу GoPro-шку и что нам следует сделать? Настройки, то есть камеру мы саму оставляем, ничего здесь не меняем, нам нужно подключиться к самой камере. Для этого нам нужно сразу включаем Bluetooth Wi-Fi, переходим в GoPro Quick, вот здесь на правый нижний угол нажимаем вот здесь, где GoPro, смотреть материалы, либо же управлять GoPro. Нажимаем управлять GoPro, вот те самые заветные настройки, убрать устройство. Но нам нужно нажать вот сюда, где у меня режим Bike. Я уже здесь все настроил, нажимаем вот на такой вот вид карандаша, вот, и здесь идут основные настройки. Разрешение, если мы выбираем 2,7К, то есть это не 4К, то разрешение у нас кадров будет 60. Широкоугольный ставим, Hyper Smooth включаем, длина короткого клипа уже для себя выбирайте, включено, не включено, битрейт ставим высокий, выдержка у нас должна быть вдвое больше от кадров, то есть 1 к 120 минимально, ISO, если это день, 100, от 100 минимальный до максимального 400, если это ночь, от 800 до 1600 максимально, баланс белого 4,5, либо авто ставите, резкость низкий, так как вы можете потом настроить, либо же ставим средний без настроек. Я имею в виду, если вы будете делать что-то там, цветокор какой-то добавлять там и так далее, и так далее. Точно так же касается цвет. Либо GoPro выбираете, либо оставляете в стандартном, если вы будете редактировать в дальнейшем видео. Звук RAW под себя, ставим высокий, либо же выключаем, ветер включаем. Ну а дальше уже в принципе ничего такого нет. То есть это для 2,7 или 1144, не имеет значения. Если в 4К, то конечно же 30 кадров в секунду, все те же самые настроечки в принципе пойдут применяться к дневному и к ночному. Также я все оставлю в описании под видео. Вот и все, друзья, ничего сложного нет. Вам нужно изначально определиться, какая у вас тематика будет. Если у вас будет какой-то актив там на велике, какой-то экстрим, там, это будет мотоцикл, то вам нужно 60 кадров обязательно. Если это будут какие-то влоги, влоги достаточно 30 кадров в секунду. А какое качество вы будете для себя выбирать, это уже другой вопрос. Но все те настройки, которые я рассказал и показал, применяются к любым. Как в ночное время суток, так и в дневное. Но с некоторыми изменениями, как я это показал и озвучил. Не забываем, что все есть в описании под видео и все полезные ссылки в закрепленном комментарии. Поэтому, чтобы не пропустить мои новые видео, подписаться на канал, прожать колокольчик и оставить полезный комментарий хотя бы из 3 слов. Дальше больше, скоро увидимся.